Итак, Денис Смолдарев. Денис, бой был просто замечательный, но не получилось. На твой взгляд, в чем причина? Сгорел. Я просто сгорел. Почувствовал это после первого раунда. Даже до боя, что что-то пошло не так. То ли, я не знаю, вроде спал отлично. Первый раз 100% был готов к бою. Никаких травм, ничего. Физически чувствовал, что я сильнее. Как-то кончился порох. Не хватило просто бензина. Не знаю, что произошло. Чем удивил Александр Волков? Стойкостью удивил, что снизу бьет. Ну, в принципе, не удивил. Я так и думал, что он упертый парень. Он будет бить снизу, не будет давать ни одной позиции отдавать. Мне нужно будет все в наглую просто забирать, что я и делал. Но немножко не хватает мне спаррингов, как борцовских, так и бойцовских. И совместных с бойцами смешанного стиля. Потому что ошибки совершаю. Прямо лечу, хватаю колено в голову. Хоть не так сильно чувствовал, но все равно... Это сбивает, останавливает мою атаку. Нужно немножко поработать над ошибками. Я, конечно, еще молод, мне еще 25, я для тяжа еще даже не родился, но надо работать над ошибками. Если работать не буду, я и не вырасту. Волков пару раз очень здорово провел удары коленями. Не было ли это причиной тому, что ты начал уставать? Нет. Уставал я лишь из-за того, что очень-очень-очень много сил тратил на борьбу и... Просто перед боем сгорел. Чувствовал, что у меня не то, что должно быть. Как на тренировках и все остальное. Не знаю, надо... Сейчас пока растерян. Может быть, от пропущенных ударов в голову еще мысли не приходят к себе. Обычно это приходит на следующий день, через день. Проанализирую все, посмотрю видео и пойму, в чем дело. Что скажешь тем людям, которые болели за тебя и хотели твоей победы? Каким ты вернешься? Я, конечно, хочу извиниться. Спасибо большое вам, что вы есть и поддерживаете меня. Я обещаю вам искренне, что я исправлю все свои ошибки, сброшу килограммов 5-7 перед следующим титульником, чтобы мне было дышать немножко полегче. Лишнего веса у меня немного, но мускулатуре требуется кислород. Я думаю, это тоже немного мне помешало. Алексей Кудин после поражения Александру Волкову приехал и провел с ним несколько тренировок. У тебя не будет такого желания чисто для себя? А Александр только что подходил ко мне в раздевалку, мы обменялись любезностями, и, в принципе, они сказали, что пригласят меня к себе поработать над ошибками моими, и Александру я помогу подтянуть борьбу, поработать над физухой. Я вообще кому угодно готов приехать, если меня пригласят. Дело в том, что у меня нету спонсоров, и я не могу позволить себе выезды. И кто угодно, если вы хотите, чтобы я к вам приехал потренироваться вместе с вами, я только за. Проплатите мне дорогу, я приеду. Я надеюсь, что после такого поединка спонсоры заметят, потому что ты очень перспективный боец и действительно показал замечательный бой. Удачи, спасибо. Я тоже очень надеюсь. Спасибо.